Из Самары в Китай. Международный транспортный коридор Европа-Западный Китай – один из масштабных проектов строительства новых скоростных дорог. Планируется, что магистраль пройдет через Саратовскую область по территории Приволжского федерального округа и выйдет на трассу М1 Москва-Минск. Реализовать задумку планируют на основе государственно-частного партнерства. Проектная документация уже готова. С запада построены небольшие участки будущего коридора. Что касается регионов КФО, то тоже мы здесь находимся в графике. Строится обход Нижнего Новгорода, строится обход Оренбурга, реализуется участок частно-государственного партнерства в Татарстане. По проекту Самару с большим транспортным коридором свяжет новая дорога первой категории. Эта дорога тоже пройдет по южной части Самары. Выход на сразу казахстанскую границу от нас, отсюда, в районе Черниговки на эту дорогу. Это тоже даст Самарской области выходы, дополнительные, очень серьезные выходы, как на восток, так и на запад. Одной из транспортных проблем в регионе остается отсутствие моста через Волгу. Решить этот вопрос позволит строительство переезда у села Климовка. Кроме того, в Самарской области уже есть несколько проектов по развитию дорожно-транспортной сети. Среди них расширение дороги Самара-Большая Черниговка, строительство магистрали Центральная и Фрунзенского моста. Нельзя забывать и о состоянии уже действующих дорог. Не только строительство новых участков дорог, но и важнейшая задача приведения существующей федеральной сети автомобильных дорог, а это 50 тысяч километров, в нормативное состояние уже в 2018 году, является нашей важнейшей целью. Продолжить активное развитие дорожной инфраструктуры в области поможет сотрудничество правительства с государственной компанией «Росавтодор» и Федеральным центром проектного финансирования. Соглашения уже подписаны. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.